Чем отличается хараон... Лео, все, иди отсюда. Чем отличается хараон от мамбы? Какой мощнее, какой лучше, какой точнее? Какие есть модификации? Давайте разбираться. Это видео будет самым коротким и, наверное, самым практичным, так что с вас лайк и подписка. Привет, Олег Бирхантер. Я даже не буду говорить, что хараон чуть помощнее, потому что, ну, не в этом его преимущество. Но для начала давайте подумаем, для чего вообще люди покупают арбалеты. Для охоты? Возможно. Но для охоты нужен мощный и компактный арбалет. Мамба, при всех ее преимуществах, арбалет-пистолет, она не подойдет из-за отсутствия приклада. Это влияет на точность. А что насчет хараона? Он отлично подойдет для этих задач. Скорости достаточно, ну и приклад есть. На самом деле из мамбы тоже можно, ну, сделать хараон. Подробнее про арбалет-конструктор смотри в описании к этому ролику. Но для мамбы есть и свой приклад. Кобра от Fab Defense, который не лишает ее компактности. И тогда с этим арбалетом действительно можно идти на охоту. Но помимо сугубо практических параметров, есть еще и ощущения. И они отличаются. Мамба — это пистолет. Очень мощный, но все-таки пистолет. Он легкий, офигенный и дает какой-то задор. Но когда берешь в руки хараон, то сразу хочется надеть тактические штаны. Это уже не арбалет-пистолет, это суперкомпактный, полноценный арбалет, ощущается он именно так. Ему не нужно менять приклад, он там стоит изначально. Притом регулируется еще и по длине. Если бы я был охотником или начался зомби-апокалипсис, то я бы выбрал хараон-агрегатор. Кстати, я вам честно скажу, когда после мамы появился хараон, я сначала даже не понял, зачем он нужен, в чем его фишка. Но оказалось, что этому арбалету есть что предложить. У него есть неоспоримое преимущество перед мамбой. Это его форм-фактор. Когда люди берут в руки мамбу, они такие, пфу, это пистолетик, начинают стрелять и просто всегда охреневают с того, насколько это мощный арбалет-пистолет. То есть мамба своим внешним видом производит ложное впечатление слабенького арбалетика, пистолетика, игрушки, что, как мы понимаем, неправда. В то время как хараон сразу показывает, насколько это серьезный тип, насколько он мощный, большой и, ну, по сути, вот если как-то классифицировать, то мамба — это арбалет-пистолет, хараон — это большой полноценный арбалет. Так что нет ответа на вопрос, что лучше. Это, по сути, один и тот же арбалет, собранный в разных конфигурациях. И при выборе, в первую очередь, стоит задавать себе вопрос, в каком форм-факторе вы хотите получить арбалет. Мой выбор — это мамба с прикладом кобра, потому что я не часто стреляю, а в сложном состоянии он помещается в рюкзак. Что же насчет арбалета для развлечения? Всем людям нужны или блага, или эмоции, и в этом плане лично для меня, как для человека, который рассматривает арбалет как средство развлечения, а не охоты, для меня важны эмоции, и мамба дает мне их больше. Я получаю малюсенький арбалет с избыточной мощностью, который выглядит офигенно, раскладывается круто. Можно сошки поставить, ну и всякое такое. То есть в какой-то мере я рассматриваю арбалет как игрушку, с которой просто интересно повозиться. Да, конечно же, нет, и не скажешь, что вот я потратил 40 тысяч на очередную игрушку, но вот с вами я честен. Хочется иногда побаловаться. Поэтому для меня размер превалирует над удобством использования. Подробнее про приклады тоже есть видео и советую его посмотреть. Напишите в комментариях, что вам важно при выборе арбалета. Ну а если вы уже стреляете из большого арбалета, то привычнее, конечно, будет хараон. Кстати, пока тут новогодние праздники были, я ненароком провел тест на морозоустойчивость этих арбалетов. Вот, кстати, 5 января, Москва. И, так сказать, небольшой тест на мороз. Минус 19 были. Холода и посильнее все это время, там минус 20. Ну, можете посмотреть прогноз погоды. И у меня все это время еще даже, по-моему, с осени в багажнике лежит 3 арбалета. Или даже побольше, я не помню. Короче, много арбалетов, все эти холода. Давайте посмотрим. Ничего ли тут не треснуло? А ничего и не треснуло. Это даже открывать не буду. Там. Тоже вряд ли что-то с ним могло случиться. Даже не 3 получается, вот еще один. 4 арбалета. Бирхантера, тест на мороз. Если кто-то из них не пройдет, я вам об этом расскажу.
Что касается точности, то это сложный вопрос. С одной стороны, технически арбалеты одинаковые, поэтому и точность у них одинаковая. Но приклад дает возможность нормально упереться в арбалет, что очень сильно сказывается на точности. Это гораздо точнее, чем стрелять с рук, но не стоит забывать, что на мамбу тоже можно приделать приклад. Подводя итоги, можно сказать, что это практически один и тот же арбалет с незначительными отличиями в ТТХ, но с большими отличиями в эргономике. Вот и все. Ну и не стоит забывать, что вы можете превратить мамбу в хараон, хараон в мамбу, ну и так далее. Но про это я в ролике про конструкторы так достаточно рассказал. Различия у этих двух арбалетов есть, но они совершенно не принципиальные. Это по сути один и тот же арбалет в различном исполнении.